концепция киберполигона известна миру года 4 уже, и аналогов ему нет. Никакие из крупных предприятий в России не смогли пока реализовать вот такого масштаба это средство. Для нас это новый опыт, новые возможности, новые знакомства. Информационные системы, они уже везде, и без них любая организация не сможет нормально существовать. Следует понимать о том, что они выбрали ту профессию, которой самое главное не останавливается в своем самообразовании.